Приветствую всех на своем канале, с вами Юлия. И сегодня я хочу рассказать о своем вступлении в СП «Мой любимый Dimensions», который организовала Алла Белочка. Ссылку на ее канал и приглашение в СП я оставлю внизу под видео. Как вы видите, я уже начала отшивать работу «Парусник» от Dimensions. И достаточно много уже сделано, именно почти половина работы. С бэком пол работы, ну и немножко вот тут начала вторую часть. Работа у меня затянулась, и в рамках этого СП мне действительно хотелось бы ее завершить. Я не могу сказать, что это долгострой, потому что я обычно вышиваю одну работу, просто сложилось так, что от этой работы очень часто я отвлекалась на более срочные проекты, подарки или же какие-то маленькие отдыхалочки. Что касается организации самого процесса, то очень здесь все просто. Я отшиваю одну работу, поэтому с организацией сильно не заморачиваюсь. Отшиваю я одной-двумя иголочками, но в данном случае две у меня. Одна для крестиков, полукрестиков и одна для бэка. Ниточки на родных органайзерах Dimensions, это вот те, которые остались. Схема, понятное дело, вот титульный лист лежит для вдохновения. Обычный нитовдеватель, баночка для обрезочка, такая у меня маленькая. Резачки и маркер для зачеркивания схемы. Вот вся нехитрая организация, которая у меня есть на сегодняшний день. Работа натянута на раму от Арабеска. Вышиваю на станке фламинго тоже от Арабеска. Вот, в принципе, и все. Единственное, что хочу сказать, есть у меня был отчет, видеоотчет по этой работе. Один, и, собственно говоря, с тех пор ничего не изменилось. Вот с того момента, как было, так все осталось, и я вступаю в СП. Спасибо за просмотр.